И также в центре Мурманска началось строительство необычных горок. Несколько метров в высоту, яркие борта из экологически чистого дерева. Монтаж обещают завершить за сутки. К слову, на площади горок будет три. Несколько больших для детей постарше и маленькая для малышей. Скаты горок в холодную погоду зальют водой, впрочем, материал позволяет кататься и так. Такие горки должны появиться во всех районах Мурманска. Это своеобразная альтернатива небезопасным склонам рядом с домами. Пока планируется установка горок на, значит, площади 5 углов, дальше сквер на улице Зои Космодемьяновской, на нашем излюбленном озере Семеновское. Ну и еще два объекта пока обсуждаются, посмотрим. Да, это к Новому году. Ну, я думаю, даже раньше мы к середине декабря точно установим все горочки.